Банде Гуру Пададвандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопижано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатаруваша Кипасинду Бхавача Патитанам Павунебхья Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Панглам Хетагирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кесавасача Шнабхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритто нарам чайва нараттамам Девиṃ сарасватиṃ вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхоупадеше Гаурия патрасья пракасане ча Саданурагта гуру бхакти йокта Бхакти прамадакша жагод баруна Дхейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхас падам сива виринчанутам сараньям Бхитаттихам панатапал бхавадипутам Банде махапурушате чаруна равиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Бисфуржита кимапикапавадушвадарши Пурнанурагра-саса-сагра-сару-мурти Сарадхикамай-када-кипам-каруши Шри Кришна Чайтанна Прабху-нитта-ананда Сиаддхита-гададхара-сива-сади Гаура-бхакта-бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху-нитта-ананда Сиаддхита-гададхара-сива-сади Гаура-бхакта-бинда Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato, sankirtanai kapitaro kamala yatakshu. Вишамбару диджавару жугадхарма палу банде жагат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхавану Рупе На Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бигуши тобам бхагам Нараяно прияманго мада пухарам Баранаси пурабати бхажави шанатам Ваги саджушва бадане Лакшмир жасача вакшаши Ясьясти хидай самбид Вам нишингамахам бхаджи Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Шри Чайтанна Падамбужа Мадхупебхьо намо намаха Катханчит асраят джесам Са опи тат гандхабхавит
Sri Chaitanya Prabhum Bande Balo Pi Jadanugrahat Tarenana Matagrahyam Bhapto Siddhanta Saram. Sri Chaitanya Prabhum Bande Balo Pi Jadanugrahat Tarenana Matagrahyam Bhaptam Siddhanta Sagaram. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что утвердиться на пути Шри Чайтаньи Махапрабху, is called actual preaching. Это называется подлинная проповедь. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамхамса Джагадгуру сказал, что утвердиться в ачароне, в идеализме Шри Чайтаньи Махапрабху, это есть подлинная проповедь. Это называется подлинная проповедь, если мы утвердимся в учении Шри Чайтаньи Махапрабху. Что такое ачарон Шри Чайтаньи Махапрабху? Что такое ачарон Шри Чайтаньи Махапрабху? Шри Чайтаньи Махапрабху хотел показать нам, как обрести абсолютное сокровище, величайшее сокровище сампати. Как это все обрести? Которое практически невозможно обрести. Садан бхакти, бхава бхакти, према бхакти. Даже према бхакти можно разделить на несколько частей. И вот даже према бхакти можно разделить на различные части, поскольку, может быть, в мире Вайкунтхе тоже может быть према бхакти, в Айодхе тоже может быть према бхакти. Прахлад Махарадж, у него тоже есть према бхакти. Но главное, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел дать нам, это самое уникальное, величайшее сокровище. Это зовется Браджа Према. И также Браджа Према – это открытый термин, чтобы сказать более точно. Мы хотим сказать Гопи Према, которая очень труднодостижима. Кеш значит Брама, Ши значит Анантадев. Они даже не думают, что это. Насколько это сокровенное. И поэтому это очень редчайшее. Это не что-то необычное. И вот суть в том, материя, я имею в виду Вишой и Кришна Баджан, они не могут одновременно быть. Наша главная непонятная в этой теме, то, что мы думаем, что с материей, с анартхами внутри сердца мы можем совершать Кришна Баджан. И это неправильная концепция. С материей, с анартхами внутри сердца мы не можем совершать Кришна Баджан, это практически невозможно. В Бхагаватам, в седьмой песне, там мы находим
и Нарада, Ютиши Махараджи обсуждают друг с другом. Шукадев Госвами говорит, два царя, они борются друг с другом, знаменитые цари, и вот борьба происходит. Воюют они между собой. Почему? Поскольку один утверждает, что это земля его, а другой утверждает, что это его земля. И это причина, по которой они друг с другом воюют. Если нет любви, нет премы, это неизбежно. Зависть и прочее, ненависть, она присутствует, если нет любви. Если премы нет, то это так и происходит, никто не может это все остановить. И вот один царь заявляет, что это его страна, его земля, другая страна противоположная заявляет, и вот они пытаются как-то бороться друг с другом. И Майя Деви смеется. И вот Майя, видя их борьбу, она смеется. И вот они бросают друг другу вызов, а Майя Деви только смеется, чищает земля. Сегодня, если это ваша земля, она ваша, завтра она может перейти к другому хозяину. Мало кто может, практически никто не может осознать это сердцем. Многие, конечно, говорят, что жизнь не вечна, не стабильна, но практически на своем личном опыте осознать это, кто может. Люди стремятся к лапхе, пуджи, пратиште. Происходит, и это естественно. До тех пор, пока вы не утвердитесь в адвайгентатве. Адвайгентатва значит в этом бесконечном мире. Как вот в школе изучают бесконечность, но кто имеет какой-то практический опыт бесконечности? Только теоретически что-то могут знать, но практически кто испытал на себе чувство бесконечности? Мы должны распространить наше сердце до бесконечности. Если мы это сделаем, еще на наше сердце будет бесконечно, то тогда мы сможем обрести связь с Ананта Девом. И вот даже пример приводится, что если наше сердце бесконечно, то тогда Ананта Дев может войти в наше сердце. А если наше сердце мало, то как Верховный Господь может попасть в него? Здесь нет места. Почему те, кто возвышенные саду, они любят всех, даже те, кто пытается их убить, как-то навредить саду, они никогда не стремятся отомстить, потому что они видят все. В то время как обусловленные души, у них есть какие-то beyond that range they cannot. What is that range? Maya Devi going to put on boundary. И вот Майя Деви ограничивает нас. Наши представления обо всем, какие-то какое-то мировоззрение. И часто мы видим, часто даже всегда практически мы видим мир через Майю. И таким образом обусловленные души в обусловленном состоянии, они не могут видеть ничего. Должным образом, и поэтому много раз я говорил, Гурупад Падма Вайшнава, Гуру Чаран — это трансцендентный прозрачный посредник,
через которые мы можем видеть все. Но если мы обрели милость Гуру Вайшнавов, полная милость значит, когда нету никаких преград, никаких промежутков, то, что есть в сердце Гурудева, если оно является в нашем сердце в первозданном виде, это значит, что мы обрели милость Гурудева. Когда мы сможем осознать, что наш баджан, он следует в правильном направлении, когда мы обретем зеленый свет, как мы это поймем, каковы признаки? Как вы знаете, что что мы идем в правильном направлении? Вот однажды множество преданных пришло с Калькутты и прочих мест. Я говорил Харикатху. Когда мы сможем созерцать образ Гурудева внутри нашего сердца ясно, четко, и вот когда мы сможем видеть Гурудева, Гурупадпадму внутри нашего сердца, ясно и четко, не какой-то расплывчатый образ, а именно такое ясное видение Гуру Вайшнава, Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура придет в наше сердце. И вот когда мы сможем видеть Джаганнатха Бхагавана, без посещения Пури, вы можете более четко видеть Джаганнатха, когда и такие люди, которые имеют в своем сердце такое, даже не сердце, а в своем, но своей душе такое чувство, то это значит, что такие люди обрели зеленый свет на пути баджана, и то, что их баджана двигается в правильном направлении, сегодня или завтра они достигнут успеха. Первый вопрос в том, если я попрошу вас смешать воду с маслом, сможете ли вы это сделать? И вот если я вам дам масло и воду, то кто сможет смешать? Это крайне тяжело. Вода и масло, они не смешиваются. И также сознание атма, душа, которая пребывает внутри нас, то, ради чего я люблю вас, то, ради чего мать любит своего ребенка, то, ради чего отец любит дочь, какова причина? Поскольку душа внутри них. Атма – это Четанмай, это Анандамай, Атма – душа – это источник блаженства, источник радости. И Атма, она имеет силу воли, но Четан, почему люди стремятся к наслаждениям? Даже комары, кто хочет наслаждаться, пить кровь. И вот все они хотят наслаждаться, поскольку наслаждение Ананда, она как врожденное чувство. Ананда внутри нас, но нас, но мы не знаем, где Ананда это находится конкретно, куда нужно пойти, чтобы обрести подлинное счастье. Поэтому мы скитаемся здесь и там. Если мы узнаем правильное место, то Гуру Вайшнава Бхагаван, то мы сможем умиротвориться. И поэтому в читании Чайтамрити говорится, и вот в читании Чайтамрити говорится, «Бхукти, те, кто стремится к наслаждениям, мукти, те, кто стремятся к освобождению или к обретению совершенств, все они корыстны. И вот Бхагаван
Бхагавану нечего делать с этими ситхами. Люди стремятся к совершенствам, к ситхам ради своей корысти. А Бхагаван хочет служения. Он хочет видеть ваше настроение служения. Наше сердце настолько скверно. Бхагаван хочет видеть нашу прекрасную душу. Душа, она шакти по своей природе, энергия. Все души — это шакти, потенция, энергия Господа. Мы должны понять красоту лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами Пада. Если мы видим красоту Рупы Госвами Пада, и Рупа Госвами Пад благословит нас, то мы тоже станем прекрасны. Внешняя красота. Это не столь важное, главное наше прекрасное настроение служения, как можно вспомнить Кубжу. Внешне она была ужасна, но Кришна сделал ей комплимент, что она прекрасна. Кубжа заплакала, что я... Ты шутишь надо мной? Нет, я не шучу. Я имею в виду так. И после этого Бхагаван делал, прикоснулся к ней, и она действительно стала прекрасна. Бхагаван, он хочет видеть наше прекрасное настроение служения, это зовется подлинной красотой. И вот Бхагаван хочет видеть наше стремление служения Ему, и в этом есть красота. А другие виды красот Бхагавана не интересуют, они все временны. И вот масло и вода. Пытайтесь понять, не забывайте. Вода и масло, они не могут смешиваться. И также наша читатма, наша читанвасту, она никогда не может быть смешана с материей, но... И вот в этом суть наша, то, ради чего мы живем. И вот я уже говорил, Анандамой, Чинмой. И это Чинмой, Атма, это частица души, и у нее нет никаких связей с материей, но она смешана с ней, и сложно отделить душу от тела. Все это взаимосвязано. И также вопрос. И вот такой вопрос был спрошен Чатушван перед Хамсарупи. Бхагаван явился в форме лебедя Хамсарупи. И вот Бхагаван явился в форме лебедя в большом озере Брама. Был там, и вот Чатушван задал вопрос Браме. Чатушван, он хотел найти решение вот этой проблеме, и сказал: «О, отец, мы семилетние мальчики, но все же мы риши. Ты не можешь, вот они, эти Чатушваны, с незапамятных времен риши просто находятся в таких детских телах». И вот они спросили Браму: «О, отец, мы хотим узнать, как это возможно, что читта, сердце, будхи, читта, аханкар, ум, будхи, разум и ложное эго, грубое тело, которое мы не можем видеть. И вот как с этим материальным телом. И вот мы очень привязаны к материальному телу, грубому и тонкому, настолько привязаны, что невозможно
разорвать эту связь, хотя внешне вроде нет связи между грубым и тонким телом, но все же она есть, что ее очень сложно разорвать. Хотя у нас, по сути, нет связи с материей, у души нет связи с материей, но все же душа очень привязывается к этой материи. У нас только сильно привязывается, такой асакти развивает, что жизнь за жизнью, все же дживатма, она не может оставить материю, она очень привязана к ней. И вот, и когда дживатма забыла Кришну, это очень давно произошло, с незапамятных времен. И такой же вопрос, сейчас я почему говорю о предваряющей вещи перед тем, как говорить о Рагунатхе Дасе Госвами, это не шутки. У меня нет права повторять имя Рагунатха Даса Госвами, настолько он чист, настолько возвышен. Гауранга хочет танцевать, повторяя его имя, у меня нет права произносить его имя. Где Рагунат Дас Госвами, где я, падшая душа? Если вы увидите разницу, вам будет стыдно, неудобно говорить о нем, насколько он велик и на каком положении находимся мы. И тогда вы, когда вы это осознаете, вы разовьете естественное смирение. Гуру Вайшнавы, они естественно смиренные, они всегда думают, что они наши слуги, и поэтому они могут говорить Харикатху. Если они думают о себе о каких-то начальниках, то они не могут говорить Харикатху. Это единственное условие, почему чистые гуру Вайшнавы могут говорить Харикатху непрерывно. Поскольку Махапрабху, он вот в этой шлоке сказал, ты надо пи... И вот сейчас вопрос в том, когда Чатушван задал этот вопрос Брахме. Брахма не смог найти начало этого вопроса. В Бхагаватам говорится, когда Чатушван задал этот вопрос, то Брахма, он был, он не глуп, но он не понял, он был в запутанности. И вот Брахма в то время был занят творением. У него было множество обязанностей. И вот он не смог найти этот начало этого вопроса и подумал, если не смогу ответить должным образом моим сыновьям, то они могут что-то подумать не то. И вот он закрыл свои глаза, вспомнил Бхагавана. Бхагаван осознал. Бхагаван явился в форме этого свана, в форме лебедя. И вот Брахма думал. И вот это Хамсарупа, Бхагаван в образе Хамса явился в форме лебедя. И вот он начал говорить. Но это не был обычный какой-то лебедь. И вот этот лебедь плавал и пришел к Чатушвану. Чатушваны думали, они тоже подумали, что что-то необычное. И вот когда этот Хамса начал что-то говорить, Чатушваны спросили, кто ты? Поскольку они поняли, что это необычный лебедь, несомненно, кто-то в форме этого лебедя. И вот они спросили, кто ты? Почему я это говорю? Сейчас вы поймете. Я в прошлый раз говорил, что чтобы изменить ваше сердце, изменить сердце человека можно с помощью любви, а с помощью физических наказаний толку нету. Любовь Гуру Махараджа, она подобна любви тысяч и десятков тысяч отцов и матерей, но все же,
их любовь вместе всех этих десятков тысяч отцов и матерей не сравнится с любовью Гуру Махараджа. Мы не можем давить на нас, мы не можем давить на вас. Самопредание это естественно происходит. Оно нельзя силой заставить кого-то любить. Это путь, показанный Шри Чайтанья Махапрабху. Почему? Тысячи преданных, я говорил, почему тысячи преданных, почему они предаются лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху? Почему мы готовы отдать свою жизнь ради Гуру Вайшнавов, поскольку мы любим их? Это главное на пути баджан. Если у вас нет связи, нет любви с Гуру Вайшнавом, то все, что вы делаете, любая власть, деньги, образование, все это не поможет вам прогрессировать на духовном пути. И вот сейчас, когда Чатушваны задали вопрос, он не смог ответить, и он вспомнил Бхагавана, и Бхагаван в образе лебедя явился, и в этом случае Хамсарупа Бхагаван, когда они спросили, кто ты, этот Господь в образе лебедя ответил: «Хорошо, как вы спрашиваете, кто я?» Что за вопрос? Глупый вопрос. Кто я? Есть одна единая татва во всем мире. Что за глупости вы спрашиваете, кто я? Divisive attitude that you are asking, na? What is ma Shuddha Dvaita Bhakti foolish? Discuss I can. So many times, because time limited. Try to understand. That's been there is one and a unique tattva. And that unique tattva from that unique tattva. И вот есть одна единая уникальная татва, и из этой татвы все, что мы можем понять или не можем, все бесконечные миры, все это прямо или косвенно, все оно связано с Ачинтья Бхеда, Бхеда Таттвой, все связано, но мы не можем связать себя с Бхагаваном, найти нашу связь. В этом главная проблема. Люди видят все раздельно, пытаются как-то разделить все это. Что-то оставляют для себя, что-то для Гуру Вайшнавов, что-то еще куда-то. И это невозможно. Главная основа, кто-то может изучать какую-то философию, ну то есть кто-то может учить какую-то философию, но вложить это чувство в ваше сердце, кто может? Кто-то может быть знаменитым философом, читать лекции, но чувство в сердце, где он возьмет? А большинство людей настолько глупы, что они не знают даже основы баджана. И еще пытаются спорить с кем-то. Я никогда не боюсь никаких нападок, могу ответить на любой вопрос перед любым собранием. И вот суть в том, что Хамсарупи Бхагаван спросил, что это, что за глупый вопрос вы задаете. В бесконечном мире, в этой бесконечной Брахманде, есть ли какая-то другая татва, кроме как Адвайян татва? И тогда Чатушваны поняли, что действительно есть, нет никакой другой татвы, кроме Адвайян татвы. И этот изначальный вопрос, почему материя, Вишо и Читта, почему они выглядят, что невозможно их разделить? Материя может войти в сознание, в сердце наше. Сердце автоматически будет стремиться к этой материи, и сложно это остановить. Мы можем пытаться, но бесполезно все будет. Материя, сердце, если привязалось к чему-то материальному, то сложно отвязать его.
почему читта, сознание стремится к материи, и почему материя входит в сознание, в читту, в этом вопрос. И ответ таков, то, что ман, будхи, читта, аханкара, тонкое тело, это материя или чинмо, или трансцендентное? Это материя или чинмо, что это? Бхуми, рап, анало, ваю, кханг, мана, будхи, ревача, аханкара, итиямме, пракрити, растала. Бхагаван himself speaking. И вот сам Бхагаван говорит, моя пракрити, она разделилась на 9 различных частей. Вот Махарадж их перечисляет на санскрите. Это значит, наш ум, сердце, читта, ложное эго, разум, интеллект — это все материя. Материя, если она связана с материей, ничего плохого нету. Есть ли какая-то проблема тут? Воду можно смешать с водой, в чем проблема? И, то есть вещи одной категории. Можно молоко с молоком смешать, масло с маслом. И поэтому наш ум, будхи, читта, аханкар, это все материальное, но как бы имеет связь с материей. Это естественно. Но когда мы достигаем успеха на пути Харибаджана, когда мы обретаем милость Гуру и Вайшнавов, они издалека могут пролить на нас свою милость. Вы, повторяя Харинам, поймете, почувствуете это. Вы почувствуете, как Гурудев имеет огромную любовь к вам. И тогда вы развеете бхаву, чувство, только и только по милости Гуру Вайшнавов вы можете избавиться от этой проблемы, этого материального существования, материальной болезни, только по полной милости, совершенной милости Гуру Вайшнавов. Своими собственными попытками мы не можем ничего сделать. И вот тогда мы можем осознать, что наш ум стремился по направлению к материи. Наше сердце всегда думало о каких-то материальных вещах. Но когда вы прогрессируете на пути бхаджана под руководством Гуру Вайшнава, то тогда вы не сможете понять, автоматический процесс будет происходить. Но не каждый может понять. Когда в нашем сердце харикатха будет не происходить непрерывно, и мы будем думать о трансцендентном, и таким образом наш ум, наше сердце, оно станет трансцендентным, если мы постоянно размышляем о трансцендентном. Из Брихад Бхагаватамриты я произнес одну шлоку, из Брихад Бхагаватамриты вот эту шлоку. Тесам панчабхотик дехопи сачидананда рупарта. Автоматически это произойдет, если мы будем слушать трансцендентную харикатху, и мы забудем наше материальное тело, все материальные вещи. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в киртанах. И вот в процессе совершения Харибаджана, Харинама, я забыл о материальной жизни, о самсаре. На Бенгале так это звучит. Шрила Бхактивинода Тхакур описывает в одном из киртанов. И вот он говорит, что в процессе воспевания святых имен я лицезрел самого Шри Кришну в Натаварвеше. Это прекрасные киртаны, которые он написал. Но мы заняты с материей, у нас нет времени воспевать эти прекрасные киртаны. И вот Шрила Бхарати Госвами Махарадж очень часто объяснял киртаны. Иногда какие-то преданные спрашивали, но мы заняты Таттва Сиддханта, что у нас нет времени, к сожалению.
нет времени изучать эти киртаны. Шрила Бхактивинода Тхакур написал множество прекрасных киртанов. Мы должны знать, как их петь должным образом. Если мы не знаем, то не будет такой радости от их воспевания. Но все же они очень прекрасны. А вот там так, когда писал свои киртаны, он тоже указывал, каким образом их нужно петь, с каким чувством. Я вот раньше пел вот эти все киртаны. Сейчас, к сожалению, не успеваю. Шафоло жано мота, даял бхажендо нандано, бхаже джей жано, шафоло жано мота. He is successful. Who is going to do bhajan of bhajananda? Тот, кто совершает бхаджан в Раджанандане, он достигает успеха в жизни. Мы очень удачливы. Мы обрели Шрилу Бхактивинода Тхакура. Не нужно ждать второй жизни, другой жизни. Если вы глупы, то будете ждать следующей жизни. Но я могу бросить вызов, что в этой жизни можно достичь успеха, если вы по-настоящему искренне. Вам не нужно ждать следующей жизни. Можно родиться непонятно где, лучше не рисковать и брать этот шанс, который уже есть у нас. И в этой жизни мы должны достичь успеха. И что я хочу сказать, вы не можете понять, осознать, что под совершенным руководством, что это значит, нишкапад. Я хочу сказать, что мы должны быть искренне, без всякого лицемерия. И тогда в этой жизни, если мы следуем чистым Гуру Вайшнавам, то мы обнаружим, что мы изменились, когда это произойдет. Я не знаю, но вы почувствуете, что у вас пропало всякое влечение к материи. И со временем вы осознаете все. В этой жизни можно достичь самосознания, и так в процессе совершения бхаджана вы почувствуете полное безразличие к всему материальному. И мы будем полностью зависеть от Бхагавана. Я говорил о шести видах самопредания. Вот эти гоптите барано, авашоро кивен кишно, бишасо палоно, дойно, бхактияно куло матро, карджеро сикаро, бхактипати куло бхаво, барджананги каро, шаранго шаранагати. Ой, вижахаро, тахаро партхана суне, брожендо кумаро, рупошона тану паде, данте тино дхори, бхакоти бино до паре, духу падо дхори, кадия вале, ами тоя дхама, шикхае сарана готи. И таким образом мы должны воспеть ради Гуру Хари. Мы должны петь для Верховного Господа, Он пребывает в нашем сердце. Можно петь в одиночестве, Господь, Он все равно нас услышит. И вот когда мы будем делать все для удовлетворения Верховного Господа, то Господь, несомненно, Он ответит нам. И таким образом, Кришна
наш ум, тело автоматически мы почувствуем и увидим. Что мы чувствуем влечение Гуранги Махапрабху к Кришна-лиле. Мы хотим находиться с Гуру Вайшнавами. А если мы хотим скрыться от них, это значит, что негативный баджан совершаем. Искренние люди, они хотят всегда находиться рядом с Гуру Вайшнавами, но лицемерные люди, они всегда чего-то боятся. Могут... Дандават значит, мы должны посвятить наш ум, тело и речь Кайманаваке. Если мы не говорим Ванчакалпатарубхища и не предлагаем свой ум Гуру Вайшнавам, то наш поклон Дандават, он несовершенен. Мы не можем получить результат от такого поклона Дандавата. И вот Кая Манаваке, мы должны кланяться умом, телом и речи. И вот, и возвращаясь к Рагунатху Дасу Гасаю, его возвышенное имя, я не имею права повторять Дас Гасай. Это синоним, признак чистоты, аскетизма. Это признак величайшей любви к Радхарани. Если у нас нет любви к Радхарани, то как мы можем понять, кто такой Кришна? И вот Рагунат Дас Гасай всегда плачет и говорит, если вы не даруйте мне милости, вот он плачет и говорит, воды с лотосных стоп Радхарани, если вы не прольете милость на меня, то будьте уверены, я умру. Будьте уверены, что я умру без вашей милости. Пожалуйста, возьмите меня к вашим лотосным стопам. Будьте уверены, я ваш. Рагунат Дас Гасай гарантирует, давай, я ваш. Без вас я умру. О Радхарани, о дай мой, кто? И вот он молится о Радхарани, спаси меня. И вот это чувство мы должны развить в нашем сердце не ради каких-то вещей посторонних, а ради Бхагавана. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. জনওয়ার কবিতা সুন্দরী বলিব না চাহি দেহ সুখ করি জন্মে জন্মে প্রভু দেহ গৌর হরি অহেতুকি ভক্তি চরণে তোমার কবে হবে বলো সেদিন when I can hit this day когда этот день придёт চিন্ময় কাননে গোদ্রুম ধামমে like mad I can run there go. Когда, где Гуранга, где Нитинанда, когда я буду повторять их святые имена. И вот это очень прекрасный киртан. И вы, если вы вам придет это сознание, то вы забудете обо всем материальном.
But nobody taking information about all the secret treasure of bhajan. They are not less interested. So if I find вот any only one man interested, one jivatma in the world, I promise you, I can speak, go on speaking Harikatha. Но, к сожалению, мало кто интересуется такими возвышенными духовными вещами. Очень мало тех, кто по-настоящему искренне стремится к этому. И вот я хочу увидеть хотя бы одну искреннюю душу. Хоть один, если то тоже хорошо, хотя бы одного будет достаточно, кто может впитать, принять все это учение. И вот Рагхунатх Дас Гасай плачет. Это наивысшее чувство випраламбхи. Это высочайший признак випраламбха бхава. Кауро кабе гоуро гоне суродхани тате хара деха кришна боли. Уф, so nice, nice Gita. You can go mad. If you can get the test, that's why Prabhupada used to say. Шрила Прабхупад говорил очень часто. Если вы обретете вкус к чистому бхаджану, вы не сможете оставить бхаджан. Так или иначе, если я буду успешен в том, чтобы дать вам хотя бы каплю, чтобы вы почувствовали вкус этого величайшего бхаджана, чистого бхаджана, то тогда я уверен, вы никогда не сможете забыть это и не будете стремиться к никакой материи. Вы должны понять значимость этого бхаджана. Но мы забыли все. И вот Рагхунатх Дас Гасай. И вот Рагхунатх Дас Гасай, Кинваданти, значит, это такой пример, никто не может прикоснуться к этому, это Кинваданти настолько высоко, настолько возвышенно, настолько прекрасно, этот идеализм Кришна Бхаджана, Югал Бхаджана, Бхаджана Рада Говинды, он настолько прекрасен. И мы не знаем, кто может достичь этого величайшего уровня. Это Кинваданти. Мы можем видеть, но видеть как красоту этого бхаджана, но достичь его сложно. И вот почему я говорю обо всем этом, я говорю предваряющие вещи. Рагхунатх Дас Гасай, он постоянно хотел уйти из дома. Почему? Кто-то давил на него, заставлял. Его отец и мать, они были очень привязаны к нему, к своему сыну. Но Рагхунатх хотел уйти из дома. Вы знаете, насколько богаты были его родители. В Чайтанья-чаритамрите описывается, и вот там говорится, что его богатство можно было сравнить с богатством Индры. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, очень много богатства, собственности, земли, золота и всего остального было, но он не был привязан ни к чему этому. Он был единственным ребенком. Он хотел уйти из дома. И вот он пытался уйти из дома. Отец нанял охранников. И вот они поймали Рагхунатха, ну, когда он убегал, его ловили, возвращали домой. И вот Рагхунатх Дас Гасай пытался уйти из дома, но безуспешно. Отец посылал людей, чтобы его поймали, и то все, в общем, его так и иначе ловили. Criminal.
И вот он вынужден был прийти домой назад, и вот в итоге Рагхунат Дас Гасаю надоело. Он уже понял, он думал, что в этой жизни уже не сможет из дома уйти. Отец, мать, они плакали. Мать сказала: «О, почему бы не привязать его на цепь? Хотя бы в сохранности будет». И вот мать из-за любви сказала отцу: «Слушай, почему не посадить его на цепь?» Отец засмеялся: «Ты глупо. Смотри. У него прекрасная жена. Она подобна Урваши, божественной этой Апсаре. У него дома такая прекрасная жена». Отец Рагхунатха Даса Гасай сказал своей жене, что смотри, что толку высадить на цепь, если мы можем его тело как-то привязать, но ум, что мы с ним сделаем? Хотя Шаста говорит, что прекрасная жена, прекрасная девушка, это самая крепкая, чем можно привязать человека к дому или еще к чему-то, к какому-то месту. И вот Рагхунат Дас Гасай, он неосознанно, ну, в смысле, в то время женили детей достаточно в юном возрасте, поэтому он же женат был. И вот отец сказал матери, что что толку, если мы посадим его на цепь. У него такая прекрасная жена, это лучшая из всех, из всего того, чем можно привязать его к дому, но он не привязывается. И вот говорится, что жена, это его жена была подобна Апсаре. Отец был богат, подобно Индре. И вот отец говорит, у нее было столько богатств, как у Индры. Мы очень богаты. This is not a bondage for him. Follow. Но все же он не. Property we have so offensive. This is not bondage for him. Привязывается ни к чему. And this beautiful lady inside room, wife, so beautiful, lovely, like heavenly planet. Oh, this is not bondage, foolish. Разве мы не привязали его? Смотри, какая прекрасная жена, что еще может привязать человека к дому? Разве это не оковы, разве это не цепь? Это лучшая из всех цепей, которая может держать человека дома, но на него это не действует. Чем же еще можно привязать его к дому? Что еще может быть столь сильно? Если это не смог, то что еще может? И вот он сказал. И что же это? И вот на бенгали он сказал. Тот, чье сердце продано лотосным стопам Гуранги, того человека уже ничем не привязать. Кто может? Кто может сдержать такого человека, чье сердце полностью продано Гуранге? Тот, кто полностью предался Гуранге, что же делать? Когда Рагхунатх не смог уйти? И вот однажды пришел Гуранга Махапрабху в Бенгалы из Ориссы. Рагхунатх попросил, чтобы тот спас его, он плача.
сказала «Спаси меня», и Махапрабху сказал «Возвращайся домой». Почему? Махапрабху сказал «Успокойся и живи дома, совершай баджам постепенно. Ты сможешь оставить дом, когда придет время». И каково значение вот этих его слов? Здесь говорится то, что поддерживай, успокойся, умиротворись и иди домой. Почему? Махапрабху мог спасти его сразу же. Но зачем его отправил домой и сказал, что успокойся, не будь сумасшедшим внешне. Иди домой. Здесь батул, значит, не будь сумасшедшим. Постепенно в процессе совершения баджаны отречение явится в твоем сердце, и ты сможешь оставить свой дом. И вот иди домой и не показывай, что ты предался лотосным стопам Кришны. Живи как обычный человек. Следуя юкта-вайраги, не нужно никого пугать. Пускай они думают, что ты привязан к материи. И вот Махапрабху дал ему такой совет, чтобы тот жил как обычный и не пугал никого. И вот Марагунат, в соответствии с наставлениями Махапрабху, начал сделать вид, что он обычный человек. Раньше он спал, даже дома не спал, спал на балконе где-то. И вот когда он стал жить так, как обычный человек, более-менее похожий, то родители очень обрадовались, что он наконец-то выздоровел. И вот когда отец и мать думали таким образом, то автоматически эти охранники, они потеряли бдительность, подумали, что все, сейчас можно делать вид, что мы работаем и заниматься своими делами. Вроде все хорошо, можно расслабиться. Уже охранники уже там так, ну так, спустя рукава работали. И в итоге, тем временем, Рагунат Дас Гасай пошел спать на балкон, поскольку дома жарко очень было. И что случилось? Около 3:30, их кулагуру, но он был спутник Гуранги Махапрабху также, Ядунандана Ачарья пришел. И где же твой отец? Сказал, что отец внутри, что случилось? В храме нету пуджари. Пуджари ушел. Нужно кого-то организовать вместо пуджари, чтобы тот пуджарил. Ну, сказал, хорошо, заходи, поговори с отцом. Никого не было, этих охранников. И, точнее, Рагунат Дас Гасай сказал, а наоборот, он сказал, что не иди к отцу, иди, в общем, занимайся пуджей, я с отцом поговорю, кого-то пошлю. И вот тут Рагунат Дас Гасай подумал, что сейчас хорошая возможность, охранники все ушли, этот гуру его ушел, отец тоже спит, и вот он убежал из дома в лес. Вы не можете представить, какое влечение к Гуранге Махапрабху он имел, какое чувство он до Пури дошел за 12 дней всего. Он бежал как сумасшедший. За эти 12 дней он только ел 2-3 раза. И вот он так бежал по направлению к Шиману Махапрабху. И вот он бежал быстро, чтобы отец не проснулся и не заметил. Поскольку Гуранга Махапрабху, его спутники очень могущественны, они могут делать все. И вот я говорил об Абхирам Такуре. Now when
И вот, когда отец проснулся, мать проснулась, думали, где этот Рагунатх? Ну, может, куда-то погулять пошел, в общем, без задней мысли. Делали свои дела, думали, что он в таком нормальном состоянии, мы уже не беспокоиться о нем. И вот, решили, в общем, они не беспокоились. Потом уже много времени прошло, тот все не приходил и не приходил. Я сейчас говорю о последнем. Ну, в то время, как Рагунатх ушел из дома. Потом я расскажу, как. Вот Махарадж рассказывает, как он Рагунатх ушел из дома. И вот. Махапрабху его отправил назад домой, но потом через какое-то время тот убежал из дома. Потом Нитьянанда Прабху в Панихати около Брагпура, я однажды был там. Однажды. Ну, я там был, там одни сахаджи, и с тех пор не посещаю то место. Ну, в общем, там люди какие-то непонятные были, одни сахаджи, все в масле, горчичном, с женщинами свободно общаются. И вот мне стало неприятно, я поклонился Рагунатху Дасу Госвами, и с тех пор никогда не посещал это место. И вот Рагунатх Дас Госвами пришел, узнал, что Нитьянанда Прабху пришел туда. Рагунатх Дас Госвами узнал об этом и очень рад был. Вот Махарадж про Нитьянанду историю рассказывает, это было до того, его еще отец отпустил с охранником, чтобы встретился с Нитьянандой, а потом они вернулись. И вот all devotees all around. Anantadev Mahaprabhu honored Nityananda. Вот Нитьянанда, он Анантадев. Если мы кланяемся сначала Гуранге, Гуранга будет недоволен. Сначала нужно кланяться не Нитьянанде, он все и вся. И после этого, что случилось, Рагунатх взял разрешение у отца, матери, и вот вместе с охранником пришел к Нитьянанде. Он увидел Нитьянанду там, где Нитьянанда сидит под баньяном деревом, он подошел к нему. Если вы видите Нитьянанду, то восхититесь его красотой. И вот после этого преданные говорят: «О Прабху, Рагунатх пришел». «Где Рагунатх?» Нитьянанда Прабху открыл глаза. «Где же Рагунатх?» Там он кланяется. Кому-то кланялся. И потом... Никотена Асочода, мой Гуру Патана, used to speak to me. Why, I don't know. Very often. И вот Гуру Махарадж, он тут часто говорил мне, когда я приходил в какой-то сыра, я не беспокоил Гуру Махараджа, я ложился где-то там поблизости. И вот, Нитьянанда, когда увидел Рагунатха, он сказал: «Подойди поближе, куда ты постоянно где-то находишься вдалеке от меня, не приходишь ко мне, иди ближе. Сейчас я поймал тебя, я накажу тебя, подойди сюда». Рагунатх подошел, и вот он поклонился ему, Нитьянанда Прабху. Он поставил свои две лотосные стопы ему на голову, то, что не могут достичь Шанкара Брама, а Рагунатх обрел это. И вот Рагунатх
Я накажу тебя. Каким образом ты должен организовать чиру? Дахи, ну, в общем, этот чирадатхи утсав, нужно было купить чиру, плющенный рис, йогурт, фрукты, молоко и все остальное. Для этого праздника Рагунат сказал, что я хочу такое наказание всегда получать, я все сделаю. И вот Нитянанда засмеялся, и сразу они с различных близлежащих деревень они организовали все эти составляющие, чтобы готовить эту чиру. И пригласили всех, кто там был. И вот это чира, плющенный рис, йогурт, молоко, фрукты. И всех кормили досыта вот этой чирой с йогуртом и фруктами. И Рагунатдас Госай, он послал своих охранников, чтобы тот скупал фрукты и все остальное для этого праздника. Those who are sweet men, those making, they are taking all sweet. They know we can sell it here very easily. Thousands of devotees here, they are making sweet. И вот всякие эти продавцы сладостей собрались там, чтобы продать им, ну, сознали, что какой-то праздник, и сладости все заберут, и вот продали все свои сладости, множество других продуктов было там, множество просада. Из этого приготовили множество бхоги, предложили Господу и раздали всем преданным. И вот это было на берегу Ганги, там рядом. И Нитянанда Прабху. Ну, в общем, там собрали все эти люди, которые что-то продавали также для праздника, горшки всякие, сладости, фрукты, чару и все остальное. И вот с водой Ганги Рагунатх и все преданные, они приготовили всю эту чару с фруктами, йогуртом, разложили по тысячам горшков. Нитянанда сидел под баньяновым деревом. Тысячи людей пришли. Сели вокруг, и Нитянанда был в центре, и Нитянанда разложил туласи по всем этим приготовлениям, призвал Гурангу Махапрабху, сказал: «О, Махапрабху, приходи из Пури, здесь большой праздник». И Гуранга Махапрабху явился там за доли секунды и сел рядом с Нитянандой за ним, но никто не мог видеть. Только Нитянанда мог видеть, что Господь пришел, чтобы принять это подношение. И Нитянанда Прабху, как вчера я говорил, Баларам иногда целует Кришну, как своего младшего брата. И также здесь. И вот Нитянанда, он все это смешал. Ну, в общем, все это подношение поднес Махапрабху, но никто не видел, кроме него, что Махапрабху здесь. И вот после того, как Махапрабху был накормлен Нитянандой, Нитянанда тоже принял, и потом начали звать всех преданных на просад. Сотни людей раздавали, тысячи принимали просад. И вот таким образом большой пир был. И Рагунатдас Госай, он всем пришедшим раздал какие-то пожертвования в форме денег. Рагап, what do you know? Рагап, Прабху.
Рагапанди, another Рагапанди in Govardhan, staying. He is also Parsad. He is in Paniyati. Рагап. His sister is Damayanti. И вот там еще был Рагав Пандит, с него сестра была Дамаянти. Рагава Джали, every year, каждый год, you know, from achar, you know, sauce, everything making, Damayanti whole year, and sending. А Дамаянти там она делала всякие эти. Не консервы, а ну такие очары, всякие из этих, как, ну, консервы, в общем, закрутки, и посылала Махапрабху в Пури. Очар всякие, ну, эти, как, долго хранящиеся приготовления. И всяких листьев, кореньев, плодов, деревьев и прочее. Всякие лекарственные вещи, соусы и прочее. Not test for taking, so if he can going to take, Prabhu can take this sauce, can fill appetite and take. This way like my so intimacy. И вот она пыталась служить всячески, как может. Она была подобна матери, заботилась, так вот готовила что-то, чтобы Махапрабху был здоров всегда. Что же делать? И вот она. Она беспокоилась, что Махапрабху ничего не ест. И в Кришне лили этот Мадху-мангал предупреждал кого-то, чтобы Кришну Парамана не кормили, поскольку у нее пищеварение слабое, а кормили его. He is going to make him unmindful, looking here. Then inform his pot, he also can. Этот Мадху-мангал постоянно воровал еду у Кришны, даже когда Кришна ел, куда-то отворачивался, тот с его тарелки что-то забирал. Ну так он никак не со зла это делал. И вот если Шрила Пури Госвами Махарадж или Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж был бы здесь, я бы практически пример мог привести, но сейчас сложно, их сердце очень велико. Если вы придете к Гуру Махараджу, то Гуру Махарадж был очень прекрасен, он очень сладко выглядел, очень милостив был, я, может, говорю, местами жестко, но Гуру Махараджа такого не было. И вот потом они раздали пранами всем пришедшим, и потом со слезами, катящимися из глаз, они сказали, что сейчас сказали Нитянанде, что праздник кончился, сейчас ты должен спасти меня, у меня нет никакого другого выбора. Прабу, Господь послал меня к вам, Махапрабху. Нитянанда сказал, ты свободен, как свободен, если пойду домой, меня привяжут. Но Нитянанда сказал, что ты свободен, ты можешь идти в Пури, Махапрабху ждет тебя, он даст тебе служение, он предсказал все, что будет. И он сказал, что Махапрабху предложит тебя лотосным стопам Сваруп Госвами. И действительно, все так и случилось, Нитянанда, он все предсказал. И сказал, что ты получишь близкое служение Гуранге Махапрабху. И вот после такого благословения Нитянанда Анантадев, Гурудев, поскольку не приняв прибежище у лотосных стоп Нитянанда, никто не может прогрессировать. Нитянанда может даровать нам Гурангу. Если мы будем избегать Нитянанду, то мы ничего не достигнем. И таким образом сейчас я возвращаюсь чуть назад. И вот Рагунатх Дас Гасай, он обрел эту возможность и достиг успеха по милости Нитянанды. Он достиг Пури, никто не мешал ему по дороге. И он предложил себя лотосным стопам Гуранге Махапрабху. Гуранга посмотрел и сказал, о, Рагунатх пришел. Столько сложностей у него было по пути, чтобы пройти такое огромное расстояние. И, о, Сваруп, позаботься о нем.
иди и позаботься о нем. И с тех пор он обрел возможность доедать остатки пищи Гуранги Махапрабху. Милость Гуранги, милость Нитьянанды, значит, мы во всем достигнем успеха. И вот мы должны медитировать на эту лилу. Не то, что мы можем купить какую-то чару с рынка и предложить ее. Мы, конечно, можем, но главное помнить о Нитьянанде, об этой лиле. Если наш ум перенесется в эту лилу в Панихате, там под большим бадьяном деревом сидел Нитьянанда Прабху, и эта лила происходила. И это сокровенное. Суть лилы не просто что-то приготовить из чиры, этого мало, нужно помнить о Нитьянанде. О Нитьянанде, я думаю, на сегодня все. Вчера много преданных пришло. Не знаю, адрес никому не давал, но много пришло, так или иначе. Я только начал аник, и тут много преданных пришло. От Субхасвами Махараджи, еще кого-то, из какой-то профессор Сарисы пришел. Сказали, что слушают и смотрят Харикатху мою. Вот завтра опять придут, чтобы встретиться, так или иначе. И вот... Каково значение этой шлоки? Я прославляю Шри Чайтанья Махапрабху по милости того Шри Чайтанья Махапрабху. Даже пятилетний ребенок, он может пересечь океан Сидданте. Как Кави Карнапур. Еще хочу сказать, я забыл, в тот день я так много хотел сказать, но не все успел. Еще две вещи я должен сказать о Веданте. Я не смог сказать. И вот когда-нибудь я расскажу. И еще все возвышенные, преданные, самосознавшие себя души, они говорят то, что Гопинатх, он родился как Кави Карнапур или нет? В общем, хорошо, забыл сказать. Потом вспомнить скажет. Не теряйте пути. Мы обретем то сокровище, то, что другие люди не могут обрести, но мы должны иметь терпение.